us are coming. This planet will be ours. You lost this war before you started, fool. Spotted. Moving into position. Neutralizing. Take cover! Strike from the sky, brothers! This planet is ours, witch. No, this planet is theirs. Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы поиграем в Warhammer 40 000 Dawn of War 2, именно во вторую часть. В Chaos Rising мы поиграем после того, как пройдем основную, как бы, кампанию. Так что, давайте начнем. Я долго ждал, когда же смогу поиграть, вернуться наконец-то к Warhammer. Все же я решил кампанию Winter Assault не проходить за плохишей, потому что, ну, ё-моё, сколько можно. Вот. И мы... Так. Вот, кампания Dawn of War 2. Все, больше нам пока ничего не нужно. Выберите имя своего командора. Сойдет. Новобранец, для тех, кто уже играл в стратегии. Для экспертов. Ну как-то странно. Ну давайте на сержанте. Не будем особо напрягаться. Свой страх и риск. Ва-ха-ха. Под сектор Аврелия. Пусть пока поговорит наш командор. Группа миров на границе Империума Человечества. Здесь набирают новобранцев Кровавые Вороны, Орден Космических Десантников Императора. Враг намерен захватить сектор, чтобы раз и навсегда покончить с Кровавыми Воронами. Сейчас эти миры защищает капитан Давиан Тул и горстка космических десантников, которые командуют совсем зелеными новобранцами. И сейчас в отчаянную битву вступает еще один десантник. Недавно получивший повышение командор готов принять командование в этот нелегкий час. Этот космический десантник — вы. О-о-о! И вы склоните чашу весов к победе. Это точно, мы склоним. А еще мы склоним врагов на колени, а потом отрубим им голову. Ха-ха-ха-ха. Командор. И написано.
ключом. Хоть и Dawn of War 2 мне не особо как бы нравится, но, блин, он все равно очень хороший, очень хороший. Ну, конечно, с первым Dawn of War просто вообще не конкурент. Тут не, скорее не стратегия, а какая-то... Не знаю. Мы кровавые вороны берем в свои ряды. Ну это точно не стратегия. Это... этих миров. Это все равно это реал-тайм стратегия, но это без строительства. Колыбель и будущее нашего ордена. Непривычная, теперь, так скажем, стратегия. Орки собираются отнять его у нас. Ха, мы не дадим оркам уж. Мы не можем этого допустить. Мне показалось, у меня уже виснуть начало это slow motion такой. Надо будет поднастроить еще графончик. Разведчики, оставаться в укрытии. Хотя нет, все нормально. Убить орков на открытых позициях. Есть только один император. Добро пожаловать, командор. Ага, спасибо. Я капитан Давиан Тул, командующий силами на Калдерисе. Мы противостоим оркам, которые угрожают этому миру. Понятно. Вы попали прямо в зону боевых действий. Я к северу от вас с несколькими отрядами новобранцев. Мы под мощным огнем и теряем контроль над флангами. Направляйтесь на север и обеспечьте подкрепление. Хорошо, я вас понял. Так, у нас тут... Вот, блин. Сейчас, секундочку. У нас тут перемещение на стрелочке непривычно. Человеки пробрались с тыла! Человеки! Бей их! Победе! Не, все же эта игра клевая. Очень. Тактическое подвижение. Ага, давайте. Давай, продвигайся! Продавливай их! Ну, давайте, продавливайте их, ребят. Все, хватит. Орки прямо перед вами. Пытаются обойти нас с флангов. Ну, давай, командор. Уничтожьте их. Затащи. Бум! Все погибли. Так, ну хорошо, мы спрячемся вот за вот этим, пожалуй. И ворвемся к ним. Давайте подорвем их. Отлично. Все, наш командор тут разбирается, затаскивает. Одна из турелей. Но у нас тут как бы все равно. Союзные войска. Да я понял, что союзные войска. Давай, давай. 100 очков. Давайте попробуем прорваться через всю толпу. Так. О, улучшенный болтер. Отлично, берем. Ну, давай, давай, капитан. Командор, точнее. Тащи. Эй, он что, в рукопашку попёр? Вот это да. Ну и остался тут последний чувачок. Эй. Отличный бой, командор. Дэвиан, ты чё, не помогаешь? Не дадут нам много времени. Они атакуют снова. Да ладно. Вы с сержантом Таркусом должны будете отбросить орков. Хорошо. Двигайтесь к восточным руинам и приготовьтесь отбить атаку орков. Понятно. А ты нам не поможешь? Меняю позицию. Так, а мы вот тут спрячемся. Эй, вы сюда встаньте. Ага, техника. Боевая машина орков. Давайте им сюрприз. Этот броневоз вооружен тяжелой артиллерией. Прорвемся! Трупов недоумки!
Взять их, парни! Они там! Все, отступают. Нужно взять больше парней! Людишки подпалили мой броневоз! Сквозь туннель! Так, отстреливаемся, десантники, отстреливаемся. Особо не подпускаем. Так, командор, давай, отступи чуть подальше, чтобы десантники могли в полной мере отстреливаться. Все. Увеличивает число вспомогательных предметов. Окей. Это прекрасно, командор. Оркам каким-то образом удалось открыть дорогу через холмы. Угу. Выдвигайтесь вперед и закройте проход. Хорошо. Босс убрался быстро. Он недоволен этим дрянным броневозом. Уничтожим их. А, блин, у меня уже больше не прибавляется. Печально. Так, ну давайте. Готовы к бою. Прорвемся. Еще орки. Используйте укрытие при перемещении. Воу, разбег! Орка-сторожевая вышка у входа в пещеру. Мой отряд может уничтожить ее гранатами. Пум! Эй, стойте, орки, вы куда? Мы же только начали общаться. Зеленокожие явно идут через шахту, командор. Надо взорвать их. Прикройте вход любыми способами. Хорошо, сейчас. А надо просто взорвать или что? Они складируют горючие боеприпасы у входа. Отлично, десантники. В ближайшее время зеленокожие точно не смогут воспользоваться этим проходом. Зеленокожие! Предводитель не убит, ему удалось уйти через тоннель. Это был наш шанс разом остановить вторжение. Печально. Он объявится снова, Даркус. И на этот раз мы будем ждать его. Да, мы его достанем. Приготовиться к эвакуации. Мы его достанем уже. От десантников никто не убежит. Задание завершено, победа. И даже награда. Найс. Новые уровни. Вышло, я не играл. Добро так, что... пожаловать на борт ударного крейсера Армагеддон, командор. Спасибо. Калдерис подвергся массовому нашествию орков, которое угрожает распространиться на весь сектор. Из других секторов поступают срочные просьбы о помощи, но мы должны сосредоточиться на текущей задаче. Я хочу, чтобы вы возглавили зашедший в тупик штурм на поверхности. Высаживайтесь в точку, указанную на карте, и начинайте атаку на фланг орков. Угу, понятно. Так, у нас тут хороший болтер есть. Ему вливают очки в здоровье. Странно. У меня всего 2 очка, но давайте вольем в здоровье, потом будем вливать в дополнительные. Ну, конечно, стрельбу-то ему тоже нужно, это же, блин, основной наш отряд. Хорошо, так, я на секунду сейчас прервусь, посмотрю, как там запись. Хорошо, звук. Ну, все отлично, запись в порядке. Никаких артефактов, так сказать. Ну что ж. О, здесь можно жертвовать снаряжение. Клево. Я и забыл, что здесь возможно. Осталось высадок. Ну ладно, давайте высаживаться. Зеленокожие захватили деревушку в окрестностях Аргуса. Деревня расположена на дороге стратегического значения. Угу, понятно. Если мы не освободим ее, весь Калдерис будет под угрозой уничтожения. Отряд опустошителей под командованием сержанта Авитуса удерживал деревню. Но в конце концов их сопротивление было сломлено. Ваша задача отбить деревню и отбросить орков. Чтобы помочь в этом, я перевожу под ваше командование сержанта Цируса и его разведчиков. Его опыт в области проведения скрытых операций может оказаться весьма полезным. О, спасибо, новый человек в отряде. Я, конечно, предпочел более тяжелых чуваков. Сержант Таркус, тактический отряд. Таркус ветеран со стажем в несколько веков. Он ведет в бой с непоколебимой решимостью. Таркус служил с Девином, бла-бла-бла-бла, и быстро стал, та-та-та. Таркус дважды отличился во время кампании. Первый раз битвы с Тау, о, прикольно. Затем с Некронами и получил свои заслуги и почести, заслуженные почести Терминатора. Прикольно. А он сам чуть Терминатором не стал тогда. Это охрана полная ерунда. Мы затопчем людишек, как тогда, в городе. Стой! Ты ничего не слышал? В
пора показать. Для начала не с Армагеддону. Я на позиции. Хорошо. Но мы высаживаемся или как? Ага. По звуку слышно, что бум, высаживаемся. Десантники, радостные новости. Авитус, командир отряда, защищавшего деревню, все еще. Цирус. Орки ранили его, но не смогли убить. Авитус слишком упрям, чтобы умереть. Похоже на то, Цирус. От Авитуса вас отделяет оборонительная позиция орков. Пистолет Вал. Приблизьтесь. Прикольно. Незаметно и уничтожьте зеленокожих. Ну, незаметно. Понятно. Мы уже не приблизимся. А это что у нас такое? Боевой клич. 110 очков нужно. То есть все мои очки нужно потратить. Так, давайте заманим их в ловушечку. Открыть огонь, десантники. Совершенные гранаты. Эту охранную башню, Цирус. Цирус. Хорошо, Цирус так Цирус. Это скауты. Всегда готовы к бою. А, окей, это у нас кто такой? Вне зоны видимости. Двигаемся к цели. Мне, как бы мне хватило бы очков на это дело. Их число столь же велико, сколь их уродство. Ага, смешно. Блин, мне не хватит очков. Это-то, хватило. Подрывной заряд разрушит эту башню. Мощненький сейчас будет, бум. Будьте готовы, братья. Охранники орков уничтожены. Отлично, Цирус. Местонахождение Авитуса указано на вашей тактической карте. Ага, вижу. Оживите его, и он поможет вам в битве. Подвигаемся до совершения. Хорошо, командор, оживи нашего Авитуса. Проклятые орки нашли еще один проход между холмами. Рядом с вами есть передающий маяк, командор. Захватите его. Да, да, я уже захватил. Отправлять вам подкрепление. Подкрепление на подходе. Наше оружие готово. И пум, третий. Прекрасно. Отлично. Силы Авитуса и отряда опустошителей полностью восстановлены. Теперь пробивайтесь в деревню и выбейте из нее орков, командор. Ясно, понятно. Давайте, опустошители, сажайтесь. Провокация. Прикольно. Так. Таркус, давай замочи вот этого орка. Ну. Будьте любезны. Убейте, пожалуйста, орка. Хорошо, выходим. Я думал, пройти можно будет. Придется в обход идти. Эй, все, все за мной. Отличненько. Так, давайте сначала выведем Авитуса, хотя тут не принципиально, господи, тут что? О, бочки. Братья, наступаем на врага. Че, взорвать можно даже? Да, смотрите-ка, взорвать можно. Ну что ж. Эти бочки тоже взорвутся? Лучше, наверное, к ним не подходить. Я понял. Выдвигаюсь к точке. Будьте бдительны. Тактические десантники ожидаем позицию. Командор, давай, выходи. Это Авитус. Меняю позицию. Двигаемся. Орки обращаются в бегство. Да ё-моё, я что, зря тут в позиции встаю? Будьте начеку. Подкрепление в каком плане? В мощном? Командор, мой отряд возведет хорошо укрепленное укрытие. Огонь моего тяжелого болтера остановит зеленокожих. Ага. Там. Опустошители, приготовиться! Наши тяжелые болтеры смертоносны, но их развертывание требует времени, а радиус ну, действия открывайте ограничен. Огонь. Давай, гранату! Уии! Бум! Найс! Уничтожить! Вообще-то я думал, что мы должны стрелять по ним! Ха-ха-ха! Шутник. Что ж, проходим дальше. Так, Авитус, Авитус, Авитус. Блин, зачем камеру переводишь мне? Таркус сюда. Нет, не-не-не, вот сюда. А, нет, Таркус.
Командор, рядом с вами есть второй ретрансляционный маяк. Активируйте его, чтобы закончить зачистку деревни. Так, хорошо. Давайте мы немножечко наберем ресурсиков. Спрячься за этими бамбуками. Знаешь, что это? Похоже на бамбук. Еще орки, командор. Подготовьте войска к отражению нападения. Деревню надо удержать. Это есть. Это вот эта деревня? Ну ладно, удержим. Приближаются орки. Давайте, зеленокожие. Мы готовы ко всему. Что ж, давайте встанем вот сюда тогда. Слишком много даки! Отлично, Авитус. Теперь им некуда бежать. Да блин, ребята. Отстреляйте их прежде, чем они доберутся до укрытия. Да и так уже отстреливаем. Подавляющий огонь. О нет, граната. Ха, мимо. Командора немножко упорола. Давай! Разгон! Это что такое? Я же уже взял это. А, нет. Непрощающая правда. Это, по-моему, злой тип оружия. Но у нас никто злым не будет. Я это обещаю. О, не-не-не-не, отходи. Давай! Разгон! Да блин, сломал укрытие. Да черт. Ну что ж, жахнем. Командор, давай жахай. У тебя новая хорошая меч-пила. Так что давай, зачисти. Молодец. Мои поздравления, космический десант. А дальше мне двигаться не надо? Подготовиться к возвращению на Армагеддон. Тандерхоки на подходе. Время выходить наружу. Пусть наши враги дрожат. Сегодня орда зеленокожих. Победа. Улучшенная силовая броня. Бла-бла-бла. Новый уровень. Новый уровень. Эти немножко по уровню будут отсюда меньше всего убили. Отлично, командир. Эти орки сполна расплатились за разграбленную деревню. Деревня освобождена от противника. Теперь мы можем установить контроль над дорогой в столицу. Зеленокожие не случайно нанесли удар в тот момент, когда уровень вы были 3. Наиболее уязвимы, капитан Тул. Цирус прав. Кто-то направляет уровень орков 4. На стратегически важные цели. Чтобы выиграть эту войну, нам нужно понять, кто использует орков против нас. Третий уровень. Кто использует орков против нас? Я думаю, можно догадаться. Улучшенная оптика. Увеличенная дальнобольность любого используемого Авитусом оружия. Найс! Я рад. По крайней мере, не надо будет так близко стать. А тебе, чувак? Ну что тебе? Бесполезная хрень. Тоже бесполезная. Я маскировкой-то никогда не пользуюсь. Давайте вот это качнем. Пусть хотя бы стрелять научится. Он же у нас потом снайперки носить будет. Ага, у нас теперь выбор из двух мест. Цель Гатренча и цель Скайкила. Скайкила. Ну, давайте начнем вот с этого. Итак. Командор, орки нанесли удар по очередной уязвимой точке. Нападением руководит мощный орк по имени Гатренча. Его наверняка кто-то навел на эту цель, но, скорее всего, он об этом не подозревает. Ваши отряды должны уничтожить его, пока он не наделал больше вреда. Продолжайте искать зацепки относительно того, кто может манипулировать им. Хм, кто же это? Ну, скорее всего, Хаос. Кто же еще может? Кто же у нас тут великий манипулятор? Хаос?
Хотя, возможно, эльдары, но они же не такие злые, на самом-то деле. Сержант Авитус, отряд опустошителей. Да, это знаменует тем, что нас в конце ждет босс. Могли бы сделать побольше разновидностей таких заставок на каждого босса. Их тут, кстати, не так-то уж и много, чтобы прям расстраиваться и делать много заставок. Пафосный полет камеры. Бам! Над местом битвы. Интересно, что это такое? Это гигантские орехи? Очень похоже. Это высадка? Бум. Местоположение Гатренчи указано на вашей карте, командор. Ага. Вам придется пробиваться через орков, которые его защищают. Обнаружен враг. Будь бдительны. Наше оружие готово. Продвигаемся. Враг атакует нас с расстояния. Бум. Выбили. Отряд уничтожен. Эй, огонь на подавление. Ну, куда вы бежите? Ой, тупари. Ну что ж, давайте разгоним болтера. Да, правда, что почувствуйте мощь. Сколько же там всего дают? Эй, пристрелите вот этого убегающего. Ну ладно, можете не пристреливать. Его убили до того, как прилетела граната. Печально. Так, нас тут развилочка, ну в принципе-то она одинаковая. Хотя вот тут заход более прямолинейный. Ладно, давайте пойдем через налево. Пойдем. Ага. Орки. Ну что ж, давайте поймаем этих орков. Так, давайте, ребятки, вот сюда продвинетесь. Постепенно, помаленьку. Надо просто выбить вот этих чуваков. О, ребята, бегим. Давайте вот так сделаем. Ага, она работает на всех. Отлично, перчатка какая-то. А, это печат. Ну, командор, атакуй в рукопашку. Почему у тебя у тебя должна быть какая-то настройка, чтобы он все время атаковал в ближнем бою, даже не смел прятаться. Это очень плохо для команды, когда он не атакует. Он же у нас самая боевая единица. Ну что ж, давайте просто протанчим. Только давайте-ка вот вы пойдете и взорвете всю малину. Опустошители, вперед сюда. Давайте немножко разделимся. Это Таркус. Не теряйте бдительность. Давай! Задавите их. Отходите, ребятки! Боеприпасы всегда нужны. Давайте вот встанем вот здесь сюда. А вы, ребятки, всем пройдете и атакуете сюда. Командор, давай! Прорыв! Ну чё, ребят, вы не достаете, что ли? Совсем не достаете? Нет, стойте здесь. Вы должны стоять здесь.
Так, что это у нас тут такое? А мне это нужно захватывать? Вот эти всякие. Сколько я помню, сейчас мне это не обязательно делать. Прекратите стрелять! Нет, мы не прекратим стрелять. Наша основная боевая единица почему-то не может пробить никого. Ну отряд, ну отряд, ну ёлы-палы, ребят. Что за дела? Понятно, почему вы не смогли удержать. Ладно, давайте пройдем напрямик. У нас нет дополнительных заданий, так что нам ничего за захват от этих точек не дадут. Тем более мы на этих картах еще набегаемся, они постоянно повторяются. Ох, летуны. Ну давайте, выпрыгивайте. Такс, не сдаемся. Такс, Таркус. Ему чуть-чуть осталось до третьего уровня. Отлично. Ну, продвигаемся, ребят. Не стесняемся. Цель получена. Такс, где отряд? Взорвать. Экс, выбили. А вот и новый уровень. Меньше в этом мире зеленокожих, тем лучше. Авитус, укрытие. Авитус, давай сюда. Вы сюда, вы сюда. Все. Встаем в круг. Так, мы сюда будем продвигаться? Нет, не будем. Давайте напрямик. Вот так вот и пройдем. Докладывает Сирус. Замечены зеленокожие. Да уж. Они тут повсюду. Я совершенно не удивлен. Давайте просто здесь протанчим. Так, ребят, давайте, продвигайтесь. Пока эти подойдут с гранатами, уже все тут взорвется. О, нет, граната, граната, отходите, отходите. Нет. Ребята, перестаньте говорить все вместе, это немножко напрягает. Так, у нас тут патрончики. Так, эй. Командор, ну-ка, хильника всех. Молодец. Точка защищена, врагу не отобрать ее. Ну что ж, пройдемся. Эй, ребят, вы куда это такие все навострились? А ну-ка, получите заряд свинца. Ну или чем мы стреляем, я не уверен. О, командор, давай-ка проявишь свой героизм и прям на таран пройдешь. Ну, командор справится там? На, надо помочь ему. Все, отличненько. Теперь можно тратить ресурсы сколько хочешь. Сейчас только надо победить главные боссы. Ну что ж, здесь куча разных зданий. Думаю, нашего танка можно... Точнее, пулеметчика нашего можно запихать с разведчиком, а... Вот давайте вот сделаем вот так и сделаем вот так. Заходите внутрь, братья. Потому что эти слишком слабые, а этим слишком. А это слишком медленные. Противник уничтожает ключевое строение. Какое ключевое строение? Ну что ж, а мы тут вдвоем пройдемся. Пробрался через моих парней? Да, а? Да. Похоже, придется самому тебя убить. Ага, вот он, здоровичок. Цель обнаружена. Ну что ж, погнали, ребят. И твоя смерть, зеленокожий. Граната! О, нет. Вылетайте. А, нет, все нормально. Двигаемся к указанной точке. Здесь необходимо обустроить. Опустошители атакованы. Наш план погиб. Не дадим его жертв оказаться.
Ого, он одного убил. Офигеть. С гранатой. Да-то да. Перегруппироваться, пока не поздно. Отбегайте. Да вроде бы не такие мощные гранаты. Красивые шмотки тебе не помогут. А у меня не только красивые, они еще и многофункциональные. Ну давай, 110. Бум! Так, давайте, давим. Ладно, давайте выведем Авитуса. Посадим его где-нибудь более удобно. Черт! Не заметил. Рассредоточиться! Приближается удар! Оу! Отбегайте! Одного убили. О, черт, 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 черт! Авитус, отходи! Вот здесь, вот это в игре очень круто сделано. Вот эти битвы, они просто фантастические, мне нравятся. Так, отбегайте. О, нет, вы в другую сторону. О, все. Офигеть. Крепитесь, братья. Это нужно сменить позиции. Командор, ворвись, 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 спаси наших. Братья, вперед. Перегруппироваться, пока не поздно. Хил. Отлично. Добивайте его. Со всех. Беги, Цирус, Цирус, отходи. Маца. Все, открыть огонь. Из всех орудий. Убить его. Я больше не босс. Нет, теперь я босс. Теперь я босс. Грязный орк. Наконец-то мертв. Готовы к эвакуации, командор. Отлично. Всего потеряли двух десантников. Ну ничего страшного. Пусть наши враги дрожат. Сегодня победа досталась нам. Найс. Улучшенный тяжелый полтер. Вот хотя вот это мне не очень нравится. Ну и что? Ну круто, блин, офигеть. То есть, как я должен получить ярость и скорость? То есть, я должен пробежаться, убить всех, но при этом еще это очень быстро сделать. Как-то это не вяжется. Смерть Гатренчи вергла его банду в панику. Ну, я надеюсь. Я произвожу высадку команды, которая обыщет то, что осталось от орков, и попробует найти зацепки. Капитан, у нас есть какая-нибудь новая информация из соседнего сектора? Нет. Мы потеряли связь с ними. Что могло уничтожить всю связь в целом секторе за несколько дней? Мы разберемся с этим. Но оборона Калдериса — первейшая задача. Командор, начинайте высадку на поверхность, как только ваши отряды будут готовы. Да, они готовы. Я только не понимаю, почему я не могу пользоваться вот этой гранатой. Что не так? Не может быть использован выбранным подразделением. А каким подразделением она может быть использована? Могут использовать Таркус. В чем проблема? В чем проблема-то? Не используется вооружение со осколочной гранаты. А, вот оно что. То есть надо снять, чтобы поставить. Нельзя пользоваться сразу всеми гранатами. Очень эффективен против пехоты в укрытии или зданиях. Очень эффективен против пехоты в укрытиях или зданиях. В чем разница? Ну ладно, давайте возьмем это, а... Вот так вот. То есть сразу две экипировочки. Ну что ж, тебе мы качнем стрельбу. Особые боеприпасы. И, пожалуй, стрельбу. Тебе мы тоже качнем стрельбу. Хотя надо было... Вот так вот, и здоровье. Стрельбу и здоровье. Таркус, тебе мы качнем дважды стрельбу. А мне мы качнем... Броня, точно четвертый уровень. Да блин. Все.
все на четвертый уровень. Следующий четвертый уровень будет самым значимым. Ну что ж, а здесь мы качнем мне здоровье тоже. Мы что-то умерли очень быстро в этот раз. Нельзя такое допустить. Ну что ж, а на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии. Обязательно пишите в комментариях, стоит ли мне вообще продолжать. А пока что подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну и продолжайте смотреть мои видео. Всего хорошего. Пока-пока.